Здорово! Сегодня в видео мы посмотрим новую информацию по будущему обновлению, а если точнее, мы сегодня посмотрим, как глобально изменится карта Песчаная долина. Панорамы мы посмотрим чуть позже, а пока что давайте посмотрим, что нам написали разработчики. Итак, в ближайшем обновлении, помимо возвращения остального чемпионата и переработки механики получения предметов для полигона, мы также планируем полностью обновить локацию Песчаная долина. Локация уже порядком устарела с момента своего появления в игре, о чем и вы нам также сообщали. Пришло время улучшить карту. Вот смотрите, старая карта, которая сейчас и которая будет. Вроде что-то одинаковое, что-то даже похожее, но блин, вот начинаешь присматриваться, абсолютно другая карта. Ладно, идем дальше. И начнем мы с самого очевидного. Карта была переработана в плане визуального оформления от окружения до отдельных объектов на локации. Одна из баз была перемещена подальше, еще немного ниже по высоте относительно другой. Изменения позволили уравнять команды по времени, затрачиваемое на то, чтобы добраться до отдельных ориентиров на локации, а также усложнить прямые прострелы с базы на базу. Ну, в общем, вот такая база будет, какая она сейчас. Ну, вообще, честно, непонятно вот так вот по картинкам. Ладно, дальше. Сами базы стали просторнее, на них появились дополнительные укрытия для разнообразия игрового процесса во время захвата и обороны баз. Ну, это очень похоже, кстати, вот эти вот машинки стоят на карте каньон основателей. Вот прям база оттуда, вот 100%, прям оттуда база взята. Вот даже машинки, по-моему, практически так же стоят. Ладно. Конфигурация проездов со стороны нижней базы также подверглась изменению. Результат вы можете увидеть на сравнении ниже. Так, это как сейчас, это как будет. Что-то вообще, я не нахожу старого ничего. Ну, максимум остался вот такой каньон, и то он перенесен. То есть, или это просто с разных ракурсов снято, я не понимаю. Хотя нет. То есть, ну, прям переделали полностью, можно сказать, карту. И можно так сказать, что она будет новой, потому что, ну, все проезды новые. С карты были убраны некоторые мелкие объекты, которые больше мешали, чем создавали какие-либо укрытия или были как-то иначе полезны. Кстати, здесь постоянно крафт скакал. Сейчас что у нас тут? Сейчас здесь просто прямая. Здесь ничего нету. Какая-то вышка стоит. Раньше какие-то декорации, контейнеры были, сейчас почему-то нет ничего. Но мне кажется, надо чего-то добавить, потому что, ну, пусто как-то. Ряд других объектов, играющих важную роль, наоборот, было решено сделать заметнее. Так, что тут у нас? Всякие вот эти вот камешки и так далее. Так, ну, ну здесь нормально, допустим. Идем дальше. Был расширен проезд, хорошо знакомый многим игрокам. Ага. Вообще другой проезд, кажется, ну ладно. В несколько раз был уменьшен шаг сетки ландшафта, благодаря этому передвижение по карте теперь должно стать плавнее. Делитесь своими мыслями по переработанной карте в комментариях. Ну, пока что, если честно, непонятно, давайте посмотрим панораму. Ну что я скажу, эта карта абсолютно новая, я каких-то таких совпадений со старой картой не нашел. Вот, допустим, смотрите, база, базу разработчики, допустим, сказали, что они ее доделали, то есть ее не было у нас. Ладно, все новое, все хорошо, какие-то широкие проезды, холмы, еще один проезд, по-моему, там еще третий. Ладно, идем дальше, смотрите, ближе к центру, центр у нас, я думаю, не так сильно поменялся. Да нифига, смотрите, в центре у нас раньше вот такое вот огромное, ну и сейчас, в принципе, пока что торчит вот такое огромное крыло самолета, теперь его вообще нету. Стало сразу же видно, что больше пространства, не было всяких таких машинок. Раньше были просто камушки какие-то, холмики. Сейчас ну, на таких холмах какие-то прицепы стоят. В некоторые, насколько помню, машины можно было даже заезжать. Это было прикольно. И здесь, насколько я понимаю, в эти машинки теперь точно заехать нельзя. Вот, кстати, было бы прикольно, если бы в какие-то сооружения можно было заезжать. Допустим, какие-то, не знаю, там бойницы были. С того же Скорпиона, допустим, настреливать или Астрея. Вот было бы прикольно, на колесном крафте туда заезжаешь маленьком и настреливаешь. Это было бы прикольно, использование укрытий, это было бы что-то новое. Здесь же в итоге решили от этого всего отказаться, насколько я понимаю. Идем дальше. Вот этот поворот, я абсолютно не понимаю, откуда он взялся, его, по-моему, вообще не было. А вот, если честно, я уже немножко потерялся. Пишите в комментарии, потерялись ли вы. Я потерялся, честно сказать. Дальше, это уже ближе к другой базе. Вот эта база другая. Здесь у нас что?
Здесь у нас тоже все новое. Вот самолет появился, машинка какая-то. Здесь холмы раньше были какие-то. Сейчас просто, по сути, открытое пространство. Дальше, вот, наверное, самая фишка этой карты. Это вот эта вот взлетная полоса. Теперь здесь никаких вот таких маленьких холмиков нету, на которых тачка подпрыгивает обычно. Но прикольно, да, загладили все. Это хорошо, утюги поездят. Но я бы добавил сюда каких-то декораций, не знаю, возможно, какой-то забор, допустим, чтобы просто разлеталось. Это получилось как-то пусто. Пару вышек, здесь что-то стоит, кстати, сферы стоят, я их как-то раньше не замечал, они были или только сейчас добавили, не знаю. Чего-то не хватает, я не знаю чего, но смотрите, здесь даже сделали вот такое место, чтобы настреливать, это прикольно. Но хочется побольше декораций. Ну и, собственно, вся карта, конечно, я пока что вообще не офигеваю от этого всего, потому что я не могу сориентироваться. Но с обновлением, я думаю, все мы быстро разберемся. Пишите в комментарии, как вам эта карта. Но я считаю, эта карта абсолютно новая. В общем, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока! No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts, over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past, and the pettiness, a reflection of the emptiness.